Доброе утро, дорогие друзья! С вами Викана. Есть такая магическая фраза с огромной энергией, которой очень много лет, и все мы ее прекрасно знаем. Вы, наверное, уже догадались, да, как она звучит? Правильно. Это фраза «Доброе утро». Это ключ, который, причем очень мощный, проверенный временем. Надо только научиться этот ключик правильно применять. Утро – это начало процесса под условным названием «день». Этот процесс состоит из нескольких этапов – утро, день, вечер, ночь. Думаю, нетрудно догадаться, что все эти этапы одинаково важны, и каждый из них желательно прожить, друзья, правильно. А как определить правильность проживания каждого этапа? Как это сделать? И тут опять здесь ничего нет сложного. Если ваше состояние радостное, приподнятое, светящееся, то все будет прекрасно. Эта положительная энергия автоматом переходит на следующие этапы, как цепная реакция. А вот если человек хмурый, ворчливый, недовольный с утра, то энергию он притягивает соответствующего качества. Этого добра, извините, будет целый день. И целый день этого добра будет навалом, и вот только было бы куда это складывать. И всегда в этот день найдутся желающие вылить на него ушат своего негатива. Естественно, весь этот благоухающий набор переходит на следующий этап, на день и на вечер, и даже на ночь. И если у человека присутствует стойкая привычка начинать с негатива утро каждого дня, то, естественно, это все будет оказывать значительное влияние на более крупные процессы. Вот вам отклонение от желаемых результатов, друзья, вот вам и перекосы, непредвиденные моменты и прочие неприятные неожиданности. Оно вам надо? Думаю, что не надо. И если вы искренне, с любовью и с радостью научитесь желать доброе утро себе, своей семье, близким, да просто тому месту, где вы находитесь, небу, деревьям, цветам, всему, что вас окружает, то вы реально начнете управлять своей жизнью, своими процессами, своими дневными этапами. И элементарная фраза «доброе утро» вот точно меняет вашу жизнь. И я думаю, что у вас не возникает желания пренебрегать такой великолепной возможностью и моим советом. Вот такой ключик для вас, друзья, вот такая информация. Это прекрасный пример того, что ничего совершенно выдумывать не надо, что все у вас уже есть. Надо только увидеть, захотеть и начинать применять. Так что доброго утра вам, друзья, хорошего, позитивного леза и прекрасного настроения. С вами была Викана. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Буду всем-всем очень-очень рада. До связи!